Друзья, всем привет! Представляем вашему вниманию свободный мотоцикл Kawasaki ZZR-400, в простонародье Зизер 600. Мотоцикл очень хорош для начинающих. Не слушайте тех, кто говорят про коробку, про вторую передачу и про прочее. Все у них нормально. Понаговаривают байк про мотоцикл и потом сами в них верят. Так, последние цифры номера рамы у мотоцикла 4080. Мотоцикл приехал из Японии. Желающие могут посмотреть его на аукционнике. Ну, давайте посмотрим поближе. Итак, лобовое стекло у него целенькое. Есть небольшие потертости, следы скотча некритичные. Зеркала у него с этой стороны все целенькое, без нареканий. Есть стекло целое у него. Поворотничек целый, немножечко потертости. Пластик также чуть-чуть потерт, но самое главное, что он целый и он есть. Также здесь чуть-чуть есть потертости на пластике и на поворотничке здесь. Крылышко все целенькое. С этой стороны также само. Так, амортизатор сухенький, все хорошо, пыльничек все целенькое, тормозные диски с этой стороны в хорошем остатке, с этой стороны точно такой же, выработки почти нет, все замечательно, сам колесный диск все целенькое, с этой стороны амортизатор все целенькое, чистенькое, ничего не течет, радиатор с решеточкой, все целенькое, киль снизу все целенькое, боковой пластик все хорошо, без заломов, двигатель без потеков, все замечательно, коллектора в хорошем состоянии, карбюратор, все резиночки там целенькие, бак без повреждений, все отлично. Подножки водительские, пассажирские, боковой пластик. Все хорошо, кроме вот этого моментика. Здесь есть потертости на выхлопе. Но сам выхлоп целый, работает. Маятник. Все замечательно. Тормозной диск. Есть небольшая выработка, не критичная. Резина с задней стороны довольно-таки неплохая. Она еще даже репаться не начала. В принципе, можно даже покатать на ней. Цепь звезда. В принципе, довольно еще нормально. Защита на цепь. Все присутствует. Поворотнички. Здесь небольшая потертость. Стоп-сигнал, поворотничек, все целенькое. С этой стороны выхлоп все целенькое. Единственное, что здесь чуть-чуть есть пару коцок. Пассажирская, водительские лапки, двигатель. Также без потеков, крышки все целые, сколов нет. Рама вся целенькая, все замечательно. Пластик с этой стороны все хорошо. Сидушечки оригинальные, ручечка все присутствует, ничего не перешито. Бак с этой стороны также целый сверху, бак без повреждений. Внутри бак просто как кожа младенца. Здесь есть небольшие потертости на пластике. Снизу все целенько. Внутряночка, что видно, как вы видите, все тоже хорошо. Наконечник все целенько, шарик целенький. Кнопочки все присутствует, обогатитель. Все на клепонах, как положено. Кнопочки здесь также есть. Наконечник, шарик, все присутствует. Зеркала
Все целенькое, приборочка, все целенькое. Пробег у мотоцикла 22221. Почти ровное число. Сейчас заведем, проверим. Работает цепчик. Поворотничек один, второй, дальний, ближний моргает. С этой стороны поворотничек один, второй, стоп-сигнал. Все работает. Сейчас послушаем немножко двигатель, выхлоп и сцепление. Показывай, Андрюх. Видите, посторонних шумов нет, задымления нет. Послушаем работу сцепления. При режиме сцепления ничего не меняется. Посторонних звуков нет, корзина работает замечательно. Все, первая воткнулась. Вторая воткнулась, третья воткнулась. Кто там что про коробку говорил? Все у них работает. Люди придумывают байки, чтобы потом в них верить. На самом деле, вот именно в бюджетном ценовом сегменте мотоцикл замечательный для того, чтобы начать свою мотокарьеру. Особо неприхотливый, ехать он едет, да и стоит недорого. Вот. Все, кто заинтересован в таком мотоцикле, звоните, пишите. Фото, видео и вся информация есть на сайте motolife.ru. Всем спасибо.